Минимализм и реалистичность – отличительные черты новой скульптуры, появившейся в Самаре. Константин Головкин – культовая для города фигура прошлого столетия. Купец, краевед, художник, фотограф – он был многогранной личностью. В торжественной обстановке скульптурную композицию открыли глава Самары Елена Лапушкина, министр культуры региона Татьяна Мурдуляш и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Скульптурная композиция, которую мы сегодня открываем, это дань памяти, уважения и признательности самарцев человеку, который искренне любил свою землю и делал все для того, чтобы она стала краше, для того, чтобы Самара была самым продвинутым, самым прогрессивным городом в стране. Я очень надеюсь, что именно фигура Константина Головкина поможет нам всем и, во-первых, посмотреть на этот памятник широко и принять его как такой творческий акт, но и главное – полюбить и сделать его по-настоящему своим и важной частью городского пространства Самары, городской среды. За право создать композицию боролись скульпторы со всей страны. Выбор пал на мастера из Москвы с самарскими корнями Николая Жукова. Ранее его эскиз образа Константина Головкина победил в открытом конкурсе, который проводился сотрудниками Самарского дома архитектора. Работу мастера выбрали среди десятков эскизов, представленных на суд экспертного сообщества страны. Проводили и народное голосование. Вообще личность неоднозначная, очень серьезная для города. И хотелось в памятнике подчеркнуть не атрибуты его деятельности, а саму фигуру как историческое лицо. Захотелось в скульптуре изобразить его самого как произведение искусства. Скульптуру установили на Ленинградской, неподалеку от дома, где проживал меценат. Виктория Шара, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.